Итак, кабинет президента Украины после легализации рошеновских кексиков с марихуаной по голландскому рецепту. А Петр Алексеевич! Петр Алексеевич, вы где? Хорошие кексики! Петр Алексеевич, вы где? А, вы здесь! Здравствуйте, господин президент! А меня нет, а я есть! Петр Алексеевич, вы где? Он там! Я, там Гройсман. Так зовите его! Заходи, Гройсман! О, пошел, пошел, зови! Здравствуйте, Владимир Борисович! Ну как, Петр Алексеевич? Охрененно! Как настроение? Настроение офигенное! Это не кексика вообще, очень вообще! Ты голова не кружится? Не, ощущение, что башки нет у меня! Слушай, а что, людям кексики раздали? Всем, всем раздали. Всем украинцам? Всем, всем, всем. И что? Все счастливы. Конечно, это же не зарплата. А что пенсии? Повысили на 13 гривен. И что народ? Ржет. Это класс! А что отопление? Включили. Красавцы! А потом отключили. А потом? А потом опять включили. А потом? А потом отключили. А зачем? Балуемся. Молодцы. А что с этим? Что на сиров? Посадили. Красавцы. Да пятюни пятюню. А потом что? А потом выпустили. А потом? А потом опять посадили. Балуетесь? Нет. Зарабатываем. Это я сказал, я вообще сейчас усы не могу. Это что вообще? А что с этими с медиками? Выгнали в отпуск. Правильно. А со студентами? Разогнали на каникулы. Вы студентов разогнали? Разогнали студентов. Вы бесстрашные. Слышите, а что с этой, что с экономикой? О, полная жопа. Тихо. Не говори, пусть это будет для всех сюрприз. Так, все, Петр Алексеевич. Хорошие кексы. Давайте надо поработать немножко. А вы знаете, Владимир Ильич, в этом состоянии вообще не хочется работать. В каком состоянии? В состоянии президента Украины. Ну все. Все. Так, Петр Алексеевич, давайте успокоимся. Давайте это новогоднее обращение надо записать. Давайте, вон, на красный огонечек. Да, да. Я должен быть серьезным? Да, давайте. Так нормально? Нормально, все, давайте. Серьезно, да. Петр Алексеевич, давайте. Петр Алексеевич. Извини, втыканул на красную лампочку. Простите. Я говорю, давайте записывать. Да, да, да. Вы уже знаете, как это людей поздравить-то? Ну, конечно. Я им покажу пчелу. А как? А вот смотри. Серьезно. Шановные украинцы, витаю у нас без визы. Так нельзя, пожалуйста. Так нельзя. Без силы. Так, соберитесь. Хорошие кексы. Да, соберитесь. Шановные спиз... Шановные спиз... Все равно пчела получается. Хватит. Серьезно, серьезно. Уже живот болит. Шановные украинцы, витаю вас с Новым Роком. А який рік, кстати, будет? Рік собак. Серьезно? Серьезно? Это ты придумал? Нет, китайцы. Китайцы красавцы. Сейчас, подожди. Не надо позвониться. Ой, умора такое придумал. Алло. Алло, це президент України, так. На Майдан звоню, так. Зносите елку, устанавливайте собаку. Здоровую такую колючую, да. Так не можно. Ну тогда елку украшайте собаками. Нельзя, Петр Алексеевич. Ладно, серьезно. Давайте. Да. Шановні спів. Пів. Петр Алексеевич. Шановні українці, я цей рік дуже важко працював. Працював як пчела.
Хватит. Вибач, вибач. Але я виконав все, що обіцяв, тому що я чоловік слова. Ну, вибач, вибач, да. Тільки я не продав Рошен. А знаєте чому? Тому що жалко. А жалко у кого? У пчолки. Петр, ну, ми так серйозно. До утра писати будемо, да, давайте вибач. Вже. Шановні українці, цей рік був дуже важким для нас. А як ви вижили, я взагалі в шокі. Петр Алексеевич, ну що, Петр Алексеевич? Это надо перезапишем сейчас, подожди. Петр Алексеевич, так нельзя. Ну, извините, шановні українці, так. Це був дуже легкий год. Да. Так, у нас великі перемоги. Великі. Ми удвоїли врожаї пшениці і... А Гройсман не ржи. І ржи! Вибач, вибач. Вибач, вибач. Але, це 2017 рік. Наступний рік буде дуже, воткнув, вибач, дуже важким. Тому ми прийняли рішення, що наступний рік буде 2019. Ну що, Петр Алексеевич, хватит, уже, по-моєму, це все. По-моєму, попускають. Давайте поработаємо, правда. За роботу, так. Ну много дел, Петр Алексеевич, давайте там вызывайте. Светочка! Да, Петр Алексеевич. Свет, ну все уже, все, отпустила. Хорош там есть кексы. Кто там до мене на зустріч? Вам всех называть или только со смешными фамилиями? Свет, ну серьезно. Все уже прошло. Кто там до мене? Давай. Сытник. Сытник! Я сейчас у сытника все узнаю. А кто еще? Шкиряк. Шкиряк, ништяк вообще! Шкиряк. Вот такая фамилия! А кто еще? Министр обороны Полторак! Полторак! Скажи ему, что его чекает под Новый рік підвищення. Будет 2,5 рак. Петр Алексеевич, у нас тут хакерская атака! Какая? Яка? Хакерская! Кличко пришел! Зови его! Сейчас посмеемся! Ой. С Новым годом, с новым счастьем! Что вы тут ржали, как дети малые? Офигеть! А на вас что, кексики не действуют? Никак! А что, и никаких ощущений, да? Не-а! Я физически сильный, меня не берет. Ага. Слушайте, Виталий Владимирович, а как вы думаете, с помощью этих кексиков экономику поднимем? Не-а, я физически сильный, меня не берет. А мне кажется, кое-кто слишком много съел кексиков. Не-а, я физически сильный, меня не берет. С Новым годом, с новым счастьем! Что вы тут ржали, как дети малые? Не-а, я физически сильный, и меня не берет. Далеко хватит. Да подождите, стойте, что вы ржете, в конце концов? Что в этих кексиках такого смешного? Там что, анекдоты? В кексах? Я говорю, хватит ржать, мне реально стрёмно. Я пока к вам шел, накрутил себе, что я мэр Киева. Нет, так вы и е мэр Киева. Ого. Так это что, получается, что я и вам накрутил? С Новым годом, с новым счастьем! Что вы тут ржали, как дети малые? Юля! Приехала! А девочек убирают быстрее! Что, с рулем на голове, Юля? Что такое? Мы вас дуже довго чекали, где вы были? Ну, там же ж пробка, а я на каблуках. Ты вообще ку-ку, да? Что в мире происходит? Илон Маск хочет колонизовать Марс. Ага. А топота копыт пыль по полю летит. Что? А я думал, мы скороговорками обмениваемся. Юлия Владимировна, что вы хотели, что вы пришли, а? Слушайте, хлопцы, а давайте, ну, так, ну, по приколу, ну, чтобы просто поржать, сделаем меня премьер-министром.
По приколу? Да. А меня тогда куда? Ой, а вас, пан Грузман, ну так, в порядке бреда, посадимо знову в раду спікеров. Ай-яй-яй! О, а ви, Петро Олексійович, а ви оголосите наступний рік годом без Порошенка? А я так чисто поржать. Мне так кажется, что вы вообще не ели кексы. Тю. Чого? А де я спалилась?